Мир Фукайдан. Фукайдан рад вас приветствовать на розыгрыше, в специальном розыгрыше среди покупателей, среди партнеров, кто за период май достиг накопленного личного объема 1000 баллов и более. Данный розыгрыш для нас достаточно новый, поэтому вот мы его проводим уже второй раз, и я отмечу, что количество участников становится все больше и больше, потому что, вы знаете, очень необычный такой годовой абонемент на обслуживание разыгрывает компания. То есть в течение 12 месяцев вы получаете вот такую упаковочку из 10 саше Фукайдан. Конечно же, выполнив определенные условия, но для этого вам пришлось, конечно же, постараться многим из вас. И участники из 27 человек в данном розыгрыше тоже приложили определенные усилия. Это стимулирует, мотивирует, вы знаете, серьезный такой подарок. И из, конечно, конкуренция тоже очень большая, 27 человек на один подарок, но это стоит того. И я зачитаю фамилии участников. Фамилии участников у меня распечатаны на этом списке, карточки подготовлены у меня в руке. Так, кто же у нас принимает участие? Исаханова Батакос, Кумекова Айбала, Тагаева Бадельхан, Ажибекова Майя, Калдыбай Керимжан, Дунаев Николай, Айтимбетова Айжан, Ким Сергей, Трусова Галина, Сухова Людмила, Майлыгулов Алмаз, Хаджибергенова Назым, Аюпов Жолдазбек, Сарсеева Софьян, Муталиева Гульнара, Чирва Маргарита, Касайбаева Медина, Каримбаева Валентина, Пак Ольга Викторовна, Мухаммеджанова Алипа, Колпакова Елена Николаевна, Хен Дмитрий Вячеславович, Ли Цунье Владик, Тарпанова Талкын, Ауизбекова Айгерим, Половинкина Элла Юрьевна, Абир Динара Сериковна. Список участников зачитан. Специальный розыгрыш я открываю. И мы загружаем наших участников барабан вот таким образом. Всех мы загрузим. Серьезно сейчас будет идти борьба. Каким-то образом удача должна распределить этот единственный подарок в виде годового абонемента на обслуживание, получение Фукайдан из 10 саше пакетиков. И начинаем. Я не знаю, сколько надо крутить этот барабан, потому что, вы знаете, это серьезное волнение. Когда происходит розыгрыш, и есть вероятность того, что несколько человек будет в подарке, не так волнительно это все. А когда один лот, и когда это, знаете, от тебя или от твоей руки зависит, возможно, вот такая серьезная задача. Вы посмотрите, какое количество участников готовы выиграть это годовое получение Фукайдан. Я еще перемешаю рукой, что мне самой достаточно непривычно это делать. Один подарок, и не буду вас томить. И годовое обслуживание у нас получает Аюпов Жолдазбек Алданович. Жолдазбек Алданович, мы вас поздравляем. Вы стали участником специального розыгрыша, выполнили условия. Вы в течение года будете получать вот такие упаковочки Фукайдан. Конечно же, условия вы знаете, потому что каждый из участников, который принимал участие, специально, многие специально делали накопленный личный объем для того, чтобы участвовать и иметь шанс выиграть, как Жолдазбек Алданович,
вот такое вот годовое обслуживание. Поздравляем! Серьезный подарок. Мы вас поздравляем. Мы надеемся, что вы сейчас так же рады, как и мы, потому что, ну, на самом деле это очень впечатляет. Удача каким-то образом сама определяет ваше желание, было велико. Поздравляем вас еще раз. И каждого из участников данного специального розыгрыша я поздравляю с тем, что вы все-таки приняли решение и поучаствовали, потому что, знаете, ну, мало ли, как бы распределилась сегодня эта удача, и упустить такой шанс было бы непростительно. Я поздравляю всех участников, я поздравляю вас. Передавайте эту информацию вашим партнерам, потому что ваши партнеры, которые могут стать и участвовать в таких розыгрышах, они, возможно, еще не владеют этой информацией. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Поздравляю всех участников. С вами была Татьяна Куриленко. Пока-пока.